В сквере 3-го микрорайона высадили цветы. Этим летом здесь будут расти настурция, календула, львиный зев, маргаритка, полуденник. Здесь тоже объем посадки достаточно большой. Здесь порядка 230 квадратных метров. Большой расход цветов. Это где-то около 12 тысяч цветов, вот именно здесь, на этих трех клумбах. Хрустальную ромашку считают фавориткой городских цветников. Летом в солнечную погоду растение превращается в красивый яркий красно-фиолетовый ковер. Полуденник еще не распустился, а его уже облюбовали птицы. Именно поэтому здесь эти цветы посадят в минимальном количестве. Сегодня в рабочий процесс коммунальных служб внесли коррективы и сами жители областного центра. В 3-м микрорайоне были повреждены несколько элементов, а именно была повреждена лавочка, была повреждена конструкция в форме звезды, которая рассказывала о нашем городе, об его истории, о возможностях включения его в реестр городов трудовой славы. Также был перевернут биотуалет, установленный в данном сквере, и, к сожалению, придется отсюда его убрать, потому что это уже не первый случай. Этим летом столицу Колымы украсят 180 тысяч саженцев. С учетом так называемого цветочного резерва, 20 тысяч растений берегут на непредвиденный случай. На этой неделе комбинат зеленого хозяйства усаживает последние партии на объектах. В плане остались армянский Хачкар, спорткомплекс Колымский, кольцо 31-го квартала, Смотровая.